Оксана. Мне очень жаль. Я не знаю, как это произошло, но это произошло, и ты не виновата, это я сам. Третья мировая или паук-птицеед? Что? Третья мировая или паук-птицеед? Мне в кошмарах всегда снится либо огромный паучище, либо как марсиане нападают на Землю. Тебе что снилось? Мне приснилось, что я лежу с самой прекрасной девушкой на свете. Особенно сейчас. Ну, я серьезно. Ты вообще в курсе, что у Венеры Милосской тоже царапин? Ты полегче с Венерой Милоской. У нее индекс массы тела зашкаливает. Чего у нее там зашкаливает? Прошу к столу. Знаешь, я нашел тебе только корм для птиц. Это семена чиа. И какое-то очень странное пойло. Органический кофе на овсяном молоке. Короче, нормальный мужик у тебя в доме долго не проживет. Поэтому я, пожалуй, к этому завтраку даже не присоединюсь. Давай я до ужина исправлюсь, и ты передумаешь. Ну, это вряд ли. В смысле? Ну что, ты на одной ноге пойдешь к плите и будешь готовить? Пожалуй, сам поеду, куплю и все приготовлю. Да, я как-то даже не подумала, что могу сэкономить на поваре. Что это? Это просто кусок металла. Андрей, что она в тебе нашла? Это такой перфор. Что ты испек ей на завтрак? Ты не боишься, что она растолстеет? Сколько она дает тебе на карманные расходы? Ты что от меня хотите? Кто сделал это фото? Мы давно вместе, скажи. Откройте дверь. Только два варианта. Я просто замуж собираюсь один раз в жизни, чтобы прям раз навсегда. Я хочу, чтобы все было прям по высшему разряду. Это у меня складочка, что ли? Угу. Ну, простите, пожалуйста. Ну вот что вам может быть интереснее, чем клетка, которая собирается у вас оставить кучу денег? Ой, извините, все хорошо, вам очень идет. Что, это не может быть? А, это старая фотка. Андрей, пожалуйста, возьми трубку, а? Пожалуйста, давайте снимем платье. Ой. Андрей? Нет, не совсем. Ах ты! Стерва! Тварь, а! Алло, ты еще раз сюда позвонишь, мы с тобой в суде увидимся, ясно? А платье? Стойте! Не переживай, Сань. Найдем на них управу. Сто раз еще пожалеют о том, что эту фотку в интернет выложили. Какую фотку? Погоди, а что это за кич? Лёва, это не мой телефон. Какую фотку? Только не говори мне, что это его телефон. Вот сейчас и выясним, насколько внимательно вы читали роман Достоевского «Преступление и наказание». Это твой брательник встречается с Лариной? Отвали. Так. Семененко, Гаврилова, еще слово, и будете писать сочинение в кабинете директора. Опять сочинение? Это прав ребенка. Так, тихо. Здравствуйте. Здравствуй, Андрюш. Извините, а можно Гаврилову Катю на минуту? О, мистер Ларин, а можно автограф?
Ну заткнись вообще, это не твое дело. Марья Павловна, а Гаврилова применяет насилие. Да, Семенко, сядь на место. Гаврилова, иди. Но недолго. Я клянусь тебе, чем угодно, это было не я. Зачем фоткала? Она же тебе даже не нравится. Мама сказала. И как фотки в интернет попали, тоже не в курсе? Ты что, думаешь, я правда это бы сделала? Ты же мой брат. Ладно. Значит, Ваня. Ну, я видела фотку. Там же вроде ничего криминального. Ну, в интернете не такое пишут. Ничего криминального? Ну да, особенно после того, как я сделал Оксане предложение. Чего? Да. А потом поехал проведать Сашу и... Ты что, спал с ней? Да. Я с ней спал. Так вы с Лариной реально вместе? После этой фотки, боюсь, она даже разговаривать со мной не захочет. Она тебя убьет. Я в курсе. Они обе тебя убьют. Дай телефон. Сегодня я потерял совесть. Потерял. Сегодня я тебе не позвоню. Нет, нет. Ты будешь всегда искать повод. Так, стоп, бро. Хреново звучишь. Давай, соберись. Пишем. Нет, не пишем. Блин, Костян, мне походу новый трек придумывать надо. Про этих... Каина и Авеля. Бро, я все понимаю. У тебя личные траблы. Но искусство выше всей этой бытовухи. Давай, я знаю, ты сможешь. Поехали. Всегда знаю, что мне с тобой повезло. Да, я плохой, но с букетом цветов. Мне с тобой повезло, мне с тобой повезло. Ну, ясно, не берет. Как думаешь, он много срубил денег с этой фотки? Мог бы много. Но это Ваня, поэтому немного. Домой позвони, может, он там прячется. Хорошая мысль. Мам, это Андрей. А где тебя носят? У нас тут такое. Мам, а где Ваня? Спроси что-нибудь полегче. Он как с утра уехал, так на звонки не отвечает. Сынок, ты скоро будешь? Передай, пожалуйста, Саше, чтобы она... Мам, все, я... Это, потом, да? Угу. Бросил трубку. Куда он поехал? К ней или куда? Что он сказал? Он сказал, мама, все потом. Что потом? Потом свидание или потом свадьба? Где он? Оксана. Что, Оксана? Я ему звоню. А трубку берет эта болена всю голову стерва. Оксана, а могу ли я задать вам несколько вопросов? Хорошо, секс как терапия, допустим. Но тебе не кажется, что пора уже вернуться с небес на бренную землю? Алло. Алло. Без комментариев. Достали эти акулы пера. Зато перестали писать, что я похожа на хромую алкоголичку со стажем. Нет, Лёва, нет. Я не делала этого для того, чтобы отвлечь СМИ от своих синяков. Да? Ты еще скажешь, что влюбилась. А вдруг? Напомню тебе, сколько лет я тебя знаю. Убегая из одних отношений, ты ищешь утешение в других. Если бы это каждый раз было любовью, ты бы давным-давно угодила в книгу рекордов Гиннесса. Лёвочка, а если в этот раз все по-другому? Знаешь, мне кажется, ты ударилась головой гораздо сильнее, чем я думал. Слышь, бро, я же еще по домофону сказал тебе, Вани здесь нет. А где ему еще быть? Почем знаю. Ты же его брат, а не я. А ты в курсе, что братья не поступают так подло? Ты не продавал он эту фотку на сайт.
А я разве что-то сказал про фотку? А я предположил. Ты предположил. Ваня! Ваня! Ну что, не трогай здесь. Андрей тут? Да вы задрали все! Это студия звукозаписи, а не бюро находок. Так, слушай, он всегда сюда приходит, когда мы ссоримся. Так ты просто дай мне пройти. Ну что, убедилась? А теперь, если позволишь, я бы хотел посвятить себя искусству. Оксана, ты так классно выглядишь. Ух ты, ни хрена себе. Как это вы тут оказались? Эта штука похожа на гибрид телека, фена и арифмометра. Эта штука называется аппарат интерференс-терапии. И он необходим для того, чтобы нормализовать патологически измененный тонус магистральных артерий. Желательно не шевелиться. А если чешется? Особенно если чешется. Я бы этой штукой мозг тебе прочистил. У тебя же там тоже есть магистральные артерии. Лёва, хватит, хватит! Я, конечно, понимаю, тебе нужны положительные эмоции. Я даже готов допустить, что этот подмосковный пекарь – часть твоей реабилитационной программы. Ты не хочешь задать себе простой вопрос? Как эта фотка попала в интернет? Не хочешь. Потому что прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Этот лузер, который однажды выиграл в лотерею, решил пойти ва-банк и сорвать весь куш. Зачем ему это надо? Деньги, Санечка. Деньги и слава. А если ты ошибаешься? А ты можешь припомнить хотя бы один случай за все эти годы, когда я был неправ? Вот я не могу. Знаешь, однажды я дал себе слово защищать тебя. Да, я знаю, от всех подонков, которым нужны только мои деньги. Мне очень жаль, что ты так обесцениваешь мой труд. Но еще больше мне жаль, что ты не хочешь обращать внимание на очевидные вещи. Я же просила. Простите, раздражает. Андрей, у меня только один вопрос. Почему ты в свадебном платье? Так, стоп, я первая спросила. Почему вот здесь написано, что мой будущий муж встречается с Сашей Лариной? И почему, когда я звоню тебе на телефон, то трубку берет она? Так, стоп, все, так, хватит, Оксан. Это я отправил фотку в интернет-портал и сказал, что Саша встречается с Андреем. Так что это я, типа, дурак, козел, дебил. И... Жадный дебил. Да, жадный дебил. Но если ты думаешь, что я это все ради бабок замутил, ты заблуждаешься. Разумеется, ты в моих интересах действуешь. Конечно, в твоих интересах. Я ж не знал, что ты собираешься связать свою жизнь с любовью всей своей жизни. Я думал, между вами все кончено. Я вообще просто хотел, чтобы весь мир увидел эту фотку, и все знали, что мой брат крутой чувак. Так это значит все вранье, да? Ну, конечно, вранье. Слушайте, мне правда очень стыдно, что я чуть не разрушил ваши отношения. Я вообще, когда узнал, что ты Оксанке сделал предложение, сразу попытался как-то, ну, все исправить, чтобы эта статья не вышла. Просто времени уже не было. Андрюша. Так у нас с тобой все в силе, да? Ну, конечно, все в силе. Неужели вы допустите, чтобы свадьба развалилась из-за дурацкой ошибки младшего братишки? Я еще и на ней свидетелем буду. Да. Бро! Туалет мне. Андрюха, ну прости меня, пожалуйста. Оксан, скажи ему. Так, я что-то... Не поняла, все-таки, почему, когда я звоню тебе, трубку берет она? А? А вот этого я, кстати, не знаю. Я думаю, потому что у нее был его телефон. Так, все, все выйдите отсюда, кроме тебя. Так,
Вообще-то это моя... Я знаю, выйдите, пожалуйста. Ладно. Я все понимаю. Парень, он симпатичный. Оригинальный. Но ты забыла о том, что реально важно. А что реально важно? Очередные пробы. Очередной контракт на очередную рекламу. Знаешь, это как ты ее называешь, очередная реклама, дает тебе возможность летать бизнес-классом, завтракать омарами, пользоваться услугами лучших массажистов Москвы. Леван, может, это ты боишься остаться без бизнес-классов, без омаров, без лучших массажистов Москвы, а? А мне в моем возрасте привычки менять поздно. Проверь телефон. А что там? Пробы. Твой любимый Андрей говорил записать. И почему эта тварь Ларина отвечает на твой телефон? Во-первых, пожалуйста, не надо ее так называть. А во-вторых, я забыл свой телефон. Потому что? Потому что провел у нее ночь. С ней. И это накануне свадьбы. Какая свадьба? Ну, прости, я совершил ошибку. Я пытался нас спасти, удержать, но не получается. А врать тебе я не хочу. Это нечестно. Пожалуйста, прости меня и возьми. Возьми. Нет. Я еще надену тебе его на палец. Вот не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Нет. Йоу, так это что, правда? На сайте правду пишут, вы с Лариной типа вместе? Ты когда-нибудь слышал такое слово? Тормоза. Кто же ты такой, Андрей Гаврилов? И что в тебе такого, что пленило сердце наследницы империи Лариных? Андрюша был лучшим учеником в классе. Получал одни пятерки, особенно по рисованию. Пока не нарисовал картинку из анатомического атласа в стенгазете. Об этом можно говорить? Не, ну хлеб у них, конечно, очень хороший, ничего не скажешь. Но вы там уж, пожалуйста, распорядитесь, а, что когда они все там переженятся, чтобы наш поселок не оставался без хлеба, да? Да, а то мы будем жаловаться в муниципалитет. Да. У кого хотите, спросите, каждый скажет. Его родители были заняты только работой, круглые сутки. Так что воспитывала Андрюшеньку я. Разве что груди не кормила. Хотя и это случалось пару раз. Без комментариев. Это ведь вы сделали достоянием общественности роман вашего брата с Сашей Лариной? Я знаю, что вы подающий надежды музыкант, так? Вообще-то не музыкант, а МС. Ну, тем не менее, зрителю будет интересно познакомиться с вашим творчеством. Слушайте, да, это я слил фотографию Саши и Андрея. Я поспешил, но я хочу попросить Сашу, чтобы она простила Андрюху. И попросил Андрюху простить меня. Такой... Но что за любовная история без невесты, брошенной практически у алтаря? Ты что, слепой? Тут зебра, осел! Платье верни, дура! Я уверен, что Саша Ларина сейчас сидит перед телевизором. Может быть, вы хотели бы что-нибудь ей передать? Одно. Саша, ты гадин, ты дрянь. Я тебя найду и урою, поняла? Спасибо. Итак, скандальная фотография, появившаяся в сети, привела к расколу между двумя братьями и приступу ревности у бывшей невесты. Всех нас волнует, как дальше будут развиваться отношения между топ-моделью и подмосковным пекарем. И мне интересно, как. Не хотел тебя пугать, но ты сама дала ключи.
прости. Нет, это ты меня прости. Прости меня, пожалуйста, за это все. Понимаешь, это очень идиотский мир, и если ты в какой-то момент поймешь, что ну, тебе это слишком, то я тебя пойму. Хорошо. Ну, вообще так, ты обещал мне ужин. Что-то? Нет. Что ты? Я только что говорил с Гарри. Я не получила роль. Пока это зависит от меня. У нас будут еще тысячи кастингов. Да. Левочка, я верю. Спокойной ночи. Спокойной, Сань. И этому своему Андрею тоже спокойной.